В одном номере оказались двое незнакомых друг с другом людей. История начинается банально, но развивается неожиданно. Да и место встречи непривычное для театральных подмостков. Далекий и почти родной для многих благовещенцев Таиланд. И, конечно, главные герои родом из амурской столицы. Это мой телефон, это мне звонили из Благовещенска. Откуда? Из Благовещенска. Пьесу, по которой поставили спектакль, написал режиссер Игорь Афанасьев еще в 90-е годы. Постановка с успехом шла на Украине. Правда, тогда спектакль «Легкий ужин в Паттайе» назывался «Легкий ужин на двоих». Когда-то это все происходило в номере гостиницы, но мы решили теперь вот номер гостиницы перенести в такое чудное место, в Паттайю, где многие бывают. Тут звучат две фамилии в начале – Кружилина и Славинский. Это имена первых исполнителей. Эта история вовсе не о курортном романе, как может показаться в начале. Режиссер решил копнуть глубже. Каждый поступок, по его мнению, может аукнуться спустя годы. Во втором акте, да, там раскрываются более глубинные такие переживания персонажей, более драматический такой идет финал. Зрителям придется самим догадаться, кем приходятся друг другу персонажи. Может, они отец и дочь, а может и нет. В моей жизни она очень похожа, потому что у меня тоже как не родной отец. Я никогда своего отца не видела. Но у меня, конечно, нет такой проблемы, что я хочу убить его или еще. Я не знаю, как я буду реагировать на то, что я когда-то увижу, наверное, своего отца. Над спектаклем работали 2 месяца. Исполнительница главной роли Екатерина Потапчук специально записалась в секцию тайского бокса, чтобы роль спортсменки сыграть достойно. Техникам пришлось потрудиться над специальными платформами, которые периодически выезжают из-за кулис. В общем, работа была жаркая, как в Таиланде, шутят артисты. Они надеются, что спектакль придется зрителям по душе. Наталья Погодаева, Степан Юденцев, Альфа-Новости.